может повлечь гибель убежденных стран НАТО. Отчет за действующую статью о коллективной обороне заявили парламентарии США и Великобритании. НАТО требует за этот момент оказать военную помощь тому партнеру коалиции, который подвергся нападению. Но здесь еще на момент такой, что это просто случай, ну, аварийная станция. Это просто приведет к краху всей системы контроля вооружений.